Всем привет, это Tip-Top TV, я Марина. И сегодня я наконец-таки объявляю конкурс. Я думаю, что многие из вас ждали, даже кто-то писал в комментариях. И вот, наконец, с сегодняшнего дня у нас с вами будет конкурс ко Дню Валентина. И продлится он всего лишь практически одну неделю, до 7 числа, до 7 февраля. Приза будет два в этом конкурсе и два, конечно же, победителя. А призы будут, конечно же, на тему Дня Валентина, на тему Дня всех влюбленных. Я приблизительно разделила на два равноценных приза. В первом будет набор формочек для печенья, металлические формочки, очень удобные, прищепки-сердечки, открытки-валентинки, затем пики-декоративные птички, рамка из трех сердечек деревянная и шарик «Люблю тебя», самонадувающийся. Во втором наборе у нас будет вот такая рамка, тоже деревянная, мешочек, называется сумочка подарочная, прищепки-сердечки, доска магнитная для записи сердца с мелом в комплекте, блокнот с сердцем и подсвечник. Для того, чтобы участвовать в этом конкурсе, вам нужно быть подписанным на мой канал. Если хотите, подпишитесь еще в группу ВКонтакте или в Одноклассниках. А также я теперь есть в Инстаграме, Tip-Top TV. Все ссылки вы можете посмотреть внизу в описании к этому видео. А второе условие – сделать репост этого видео, то есть поделиться в любой из соцсетей на своей страничке. Третье условие – напишите комментарий со словами «Я участвую» и прикрепите ссылку на вашу страничку, где я смогу найти репост к этому видео конкурса. Конечно же, я желаю, чтобы каждый из вас был одним из этих двух победителей. Каждому из вас желаю удачи, как и всегда. Участвуйте в моем конкурсе. Кстати говоря, конкурсов было уже на канале больше 10, даже, по-моему, 12 или 13. Очень много победителей. Они мне написали, что все к ним пришло в целости и сохранности. Многие даже прислали фотографии распакованных посылок с призами. Все это вы можете видеть ВКонтакте, на страничке и в группе. Ну а я с вами прощаюсь, участвуйте в моем конкурсе и, конечно же, побеждайте. Всем пока и оставайтесь со мной.